Придумала ли Коко Шанель маленькое черное платье? Почему ее наряды поначалу называли ужасными? И какую революцию в моде она совершила? Коко Шанель, пожалуй, самая известная женщина в мире моды. До сих пор считается, что маленькое черное платье должно быть в гардеробе у каждой женщины, а логотип с двумя буквами «С» вызывает трепет у модниц по всему миру. Как же родился этот знаменитый модный дом? И почему Шанель стала легендой? О детстве Коко Шанель известно мало, причем сама великая мадемуазель делала все, чтобы запутать биографов. Несмотря на огромное количество исследований и биографий, единого канона до сих пор нет. Известно, что она происходила из небогатой семьи, у нее было четверо братьев и сестер, а мать умерла, когда ей было 11. После смерти матери отец решил избавиться от детей и отдал мальчиков работать на ферму, а девочек в приют при монастыре. Сама Габриэль, так при рождении назвали девочку, утверждала, что ее отец уехал на заработки в Америку, а девочек отдал на попечение тетушек. Она также утверждала, что родилась на 10 лет позже, 1883 года, который считается годом ее рождения. Она постоянно вычеркивала те факты из своей жизни, которые казались ей неугодными. Например, долгое время скрывалось ее сотрудничество с нацистами во время оккупации Франции. Как бы то ни было, после достижения совершеннолетия она начала работать в магазине, где занималась тем, что подшивала женские наряды. Именно тогда она возненавидела моду 1900-х годов. Множество рюш и лент, корсеты, пышные шляпки. В это же время она начала петь в кабаре, где и получила новое имя – Коко. Именно здесь начинается ее новая жизнь. Она знакомится с молодым, бывшим кавалерийским офицером и наследником текстильного бизнеса Этьеном Бальсаном. Шанель – одна из самых известных кутюрье 20 века, еще и потому, что у нее была невероятная жизнь. Она сумела попасть в мир высокой моды, будучи женщиной самого простого происхождения. Кроме того, у нее было много ярких романов. После Этьена Бальсана, благодаря которому она познакомилась с красивой жизнью, Шанель завела роман с его другом, капитаном Артуром Кейплом по прозвищу Бой. Он вел Коко в новую жизнь, занялся ее образованием и спонсировал открытие ее первого магазина. Позже, став финансово самостоятельной, она вернет ему эти деньги. Пораженный Кейпл на это скажет: «Я думал, что подарил тебе игрушку, а это оказалось свободой». Считается, что Артур был ее главной любовью, и она была раздавлена его внезапной смертью в 1919 году. Их роман длился почти 10 лет. Шанель так и не вышла замуж, ее мужчины становились для нее источником вдохновения. Так, роман с русским великим князем Дмитрием Романовым стал для нее толчком для создания знаменитого парфюма «Шанель номер 5». Коко и Дмитрий быстро расстались, хотя сохранили дружеские отношения на всю жизнь. Но он успел познакомить ее с Эрнестом Бо, парфюмером, который до революции работал в России и создал для Шанель ее знаменитый аромат. Другим ее знаменитым возлюбленным стал герцог Винсминстерский Хью Ричард Артур Гросвенер. Так она вошла в круг британских аристократов и завела долгую дружбу с Уинстоном Черчиллем. Но она никогда не оставалась в тени своих партнеров, оставаясь прежде всего энергичной и деятельной Коко Шанель. Коко Шанель мечтала изменить одежду, которую носили женщины в начале 20 века. Ей не нравилась пышность и вычурность моды того периода. Это корсеты и кружева 1900-х. И 1910-е с восточными орнаментами и роскошными вышивками. Шанель говорила: «Ничто так не старит женщину, как явная дороговизна, пышность и сложность нарядов». Революция она начала с себя. После того, как она начала жить с Бальсаном и стала придерживаться его увлечения конным спортом, она отказалась от женского наряда для верховой езды «Амазонка» и вместо этого заказала себе костюм по мужскому образцу. Шанель считала, что женская одежда должна быть удобной, а для того, чтобы переодеться, не нужна была горничная. «Я хочу дать женщинам возможность смеяться и есть, не падая в обморок», — говорила она. Когда Шанель отдыхала на побережье вместе с Артуром Кейплом, ей пришла в голову идея создать одежду из трикотажа. В холодные дни она носила кардиганы своего возлюбленного, поэтому решила перенять и этот элемент мужского гардероба. Тогда же она решает, что тельняшки, которые она постоянно видит на побережье, а также нижнее белье для моряков, можно перешить в женскую одежду. Белье шилось из джерси, шерстяного трикотажа, который Шанель стала затем использовать для создания блузок,
топов, платьев и костюмов. Позже парижский Вог напишет: «Мадемуазель Шанель открыла шерстяной трикотаж, ткань, которую никто другой не использовал. Эти платья полностью отвечают требованиям сегодняшнего дня и придают очарование тем, кто их носит». Это была удобная и элегантная одежда, которая пришлась по вкусу молодым девушкам. Можно сказать, что великая Коко Шанель начала свою карьеру со спортивной одежды, ведь именно так воспринимались новинки от Мадемуазель. Затем она ввела в моду брюки-клёш, которые она тоже позаимствовала у моряков. Другой ее новинкой стали туфли с контрастным мысом, созданные по аналогии с мужскими. Одним из самых известных ее нововведений стал твидовый костюм из буклированной шерсти с отделкой цепями и накладными карманами. Позже он станет статусным символом во многом благодаря Джеки Кеннеди. Но нужно сразу оговориться, что знаменитый розовый костюм Джеки был шит американскими дизайнерами по лекалам дома Шанель, потому что жена президента США не должна была носить слишком много французских нарядов. В 50-х, после возвращения из Швейцарии, Шанель создала знаменитую сумку на цепочке, которая, по легенде, была вдохновлена цепочками для ключей, которые носили монахини в монастыре, где училась маленькая Габриэль. Но, пожалуй, самый знаменитый предмет женского гардероба, который приписывается Шанель, это маленькое черное платье, которое, как считается, придумала сама Коко в 1926 году. Но на самом деле это не совсем верно, как и то, что Коко Шанель была первопроходцем в том, что касается тренда на черный цвет. Еще в 16 веке итальянские аристократы были в восторге от черного цвета, а в последующие века тренд возвращался в той или иной форме. В 20-е годы было множество модных икон, которые носили черное платье, похожее в том числе на платье Шанель. Когда она создавала свое платье, то опиралась на опыт конкурентов и поэтому сделала его более минималистичным, что больше соответствовало стилю ее модного дома. Считается, что она опиралась в том числе и на свое прошлое. Маленькое черное – это отсылка к форме девочек, которые воспитывались в католическом приюте, а также форму гувернанток и камеристок. Шанель понимала скрытую красоту элегантных и простых нарядов, которые в то время мало ассоциировались с модой. Говорили, что девушки в ее платьях были похожи на горничных, но это были 20-е, и девушки нового поколения носили короткие стрижки, немыслимо короткие юбки до колена, поэтому они были в восторге от платьев Шанель. Коко Шанель создала новый концепт, ее платье было универсальным. Именно это и сделало его знаменитым. Маленькое черное платье можно было носить и на работу, и на светский вечер, в зависимости от того, какие аксессуары вы к нему подберете. Коко Шанель настаивала, что это элегантное эффектное платье даже в 30-е годы было актуальным, а ведь тогда в моде были платья длины макси, расшитые блестящим стеклярусом. Платье Шанель сейчас кажется нам довольно обычным, а ведь когда-то оно произвело настоящую революцию. В истории моды таких легендарных нарядов было немало. И если вам интересно узнать об этом побольше, то предлагаю вам посмотреть мой видеокурс «История модных домов». Промокод на скидку и ссылку на курс вы найдете в описании к этому видео. Помимо минималистичного платья, именно Коко Шанель ввела в моду костюмную бижутерию, поскольку считала, что дорогие ювелирные украшения – это безвкусица, а вот правильно подобранная бижутерия позволяет подчеркнуть красоту женщины. К сожалению, уже к 60-м годам дом Шанель начинает терять свой авторитет. Во многом это происходит потому, что Коко, которая когда-то была настоящей революционеркой, теперь становится консервативной. Она отказывается шить модные мини-юбки и поэтому теряет молодую аудиторию. Так одежда от Шанель превращается в наряды для солидных дам. А после ее смерти кажется, что о когда-то великом модном доме все забыли. Но в 80-е дизайнер Карл Лагерфельд берется за возрождение легенды. Он сумел выработать новый фирменный стиль, опираясь на архивы великой мадемуазель. Лагерфельд адаптировал классику модного дома для 80-х, а затем и 90-х, и 2000-х. Казалось, что он предал заветы Шанель, ведь его наряды были вычурными и яркими. Но сам Лагерфельд говорил об этом так. Да, Коко Шанель считала, что мода умирает, а стиль бессмертен. Но стиль должен адаптироваться, подстраиваться под моду.
Например, он наконец укоротил юбки у классических моделей платьев и костюмов, шил из твида самые неожиданные и гранжевые вещи, и одним из первых стал сочетать платья и кроссовки, а также сделал знаменитый логотип Шанель одним из символов логомании. Прав он был или не прав, каждый решает сам для себя. Но именно благодаря Карлу мы сейчас так много знаем о Коко, ведь Лагерфельд активно поддерживал ее легенду и миф о маленьком черном платье, а также сделал модный дом Шанель одним из лидеров высокой моды на рубеже 20 и 21 века. Как видите, модный дом Шанель продолжил свое существование и после смерти основательницы. Он до сих пор радует нас великолепными коллекциями, как и дома Dior, Balenciaga и Saint-Laurent. О судьбах этих и других брендов, их основателях вы узнаете на моем курсе «История модных домов», а промокод на скидку и ссылку на курс вы найдете под этим видео.